Правительство Финляндии провело промежуточный итог и выяснили, что в этом году у них произошел так называемый «туристический бум». Особой популярностью среди местных туристов пользовался район Кусама, именно сюда чаще всего наведывались местные туристы. Спрос на этот регион вырос практически на 37%, что сильно отличается от предыдущего года. Большинство зарубежных направлений не будут открыты до следующего лета. Начался бум раннего бронирования по России и Финляндии — это пример того, как в непростое время отсутствие международного туризма компенсировалось внутренним. Поэтому эта страна практически не ощутила снижения экономических показателей. Топ-7 достопримечательностей Финляндии. Статистика показывает, что в этом году Финляндию посетили 200 тысяч путешественников, и это только зарегистрированные туристы. А это ровно на 50 тысяч больше, чем, например, в прошлом году. А сколько также могло быть людей, которые не зарегистрировались, а отдыхали, так сказать, дикарями? Восклицательный знак. Соответственно, данную статистику можно мысленно увеличить на несколько десятков человек. Остров Бали – настоящий туристический рай. Финляндия также пользуется большим спросом именно в период зимних рождественских каникул, поэтому местные туроператоры возлагают на этот период огромные надежды. Подобная ситуация в стране помогла многим своим гражданам остаться при своих рабочих местах. Вся администрация, обслуживающий персонал, работники развлекательных и прочих заведений имеют возможность продолжать вести свои дела без сокращения заработной платы, потери клиентской базы. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.